В редакцию нашего телеканала обратились магаданцы с просьбой узнать, какая судьба ждет здание бывшего клуба «Свалка». Сейчас заброшенное и разрушенное строение продается, но, видимо, оно никому не нужно. Жители областного центра рассказывают, нередко здесь собирается молодежь, быть может, в поисках острых ощущений, но еще чаще встречаются бомжи. И неудивительно, вход в заведение свободный, без окон, без дверей, эти помещения и правда похожи на свалку. Валяется мусор, бутылки и разбитое стекло. Как рассказали нам в управлении административной технического контроля мэрии Магадана, владелец клуба переехал в Москву, поэтому проблему приходится решать дистанционно. Вся работа с ним ведется по закрытию, так как он не принимает мер в отношении, там, по-моему, у него были информационные письма направлены о принятии необходимых, проведении необходимых работ по закрытию, чего он не сделал, в связи с чем мы подали иск в суд города Москвы. Пока вот сюда никаких документов не поступало, то есть целое время и дата пока не назначена судебного заседания. Сколько придется ждать решения московского суда, неизвестно. Но день за днем свалка в Магадане все больше оправдывает свое название и как магнит притягивает маргиналов и люмпинов. И, к сожалению, сделать с этим ничего нельзя. Частная собственность, алкоголиков и наркоманов. Остальным вход воспрещен. Олеся Хитогурова, Виталий Моряков. Специально для Карибу.